Тысячи пользователей по всему миру жаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram сегодня. Как следует из данных портала Down Detector, большая часть испытывает сложности со входом в приложение, у других отсутствует соединение с сервером и не отправляются сообщения. Официальных комментариев со стороны корпорации Facebook о причинах проблемы, сроках ее устранения пока не поступало. Неполадки главным образом затронули европейские страны, Азию, Северную и Южную Америку. Россияне также жаловались на проблемы с соцсетями и мессенджером. Вице-спикер Госдумы, глава депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что в следующем созыве предлагается создать 32 комитета вместо 26 в прежнем. Увеличение связано с тем, что структуру хотят приблизить максимально к схеме федеральных органов власти. В пример Жуков привел комитет по физкультуре, туризму и молодежной политике. Его предлагается разделить на три отдельных. Ранее Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы 8-го созыва на 12 октября. Пенсионерам, которые жалуются на нехватку денег на еду, предложили пойти подрабатывать. Такой совет дал председатель Президиума Союза пенсионеров России, зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его мнению, причина низких пенсий в России заключается в том, что маленькие зарплаты не позволяют людям накопить на старость и получать в будущем хорошую пенсию. Однако политик также отметил, что почти у каждого пенсионера есть некоторая сумма в виде заначки. За курение на балконе можно получить штраф от 2 до 3 тысяч рублей в случае нарушения правил пожарной безопасности. Согласно закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, запрещается курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов, например, в лифтах и в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных домах. За нарушение данного требования могут оштрафовать на 1000 рублей. Личные балконы граждан, между тем, в этот перечень не входят. Однако по правилам противопожарного режима нельзя использовать на балконах и в лоджиях открытый огонь, свечи, а также непотушенные сигареты. При возникновении пожара, уничтожении или повреждении имущества данное требование может стать основанием для наказания курильщика.